Однажды приходит миг, когда совершенно чужой человек вдруг становится самым родным и самым близким на целом свете. Порой ждать и искать его приходится очень долго. Но близок не тот, до кого можно дотянуться рукой, а тот, кому тянется ваша душа. Алло, здравствуйте, это Светлана. Меня зовут Ирина, телекомпания 25 канал. Мы узнали, что у вас была свадьба в Таиланде, и нам очень интересна эта тема. Хотели бы взять у вас интервью. Да, большое спасибо. Давайте встретимся завтра в кафе Чайковский в удобное для вас время. Хорошо. До свидания, до завтра. Хотели, чтобы наша свадьба была уютная, семейная, домашняя, чтобы были только самые близкие люди на ней, чтобы это было теплое, красивое, райское место. Поэтому мы выбрали Таиланд. Your hand, it fits perfect in line. The world has... Путем долгих поисков и мытарств здесь не нашли даже зеленой травы, и поэтому на нашем маленьком семейном совете мы решили поехать в Таиланд, воспользоваться прекрасной погодой, красотой моря и природы. И у нас все удалось, нам все очень понравилось. Познакомились мы в достаточно нестандартном месте для продолжения отношений. Это был ночной клуб. Встреча была очень случайная. Она была очень несговорчива, обманула меня. После этого мне пришлось ее очень долго искать и разыскивать. Сказала, что ее зовут как-то там по-другому, я уже не помню. Так как у нас городишко небольшое, путем пары звонков все стало ясно. Никто даже не предполагал в тот момент, что мы будем вместе, что у нас будет свадьба. Вот ваше событие такое важное в жизни, свадьба, началось так красиво, так необычно, волшебно. И мы хотим, чтобы ваша жизнь вот с этого момента так же волшебно и продолжалась. Like the very first flower of spring, you had me singing for days and days, only dreaming of ways and ways to say. And tell me one
once, tell me twice, tell me all the time. Word and love like the love that's in our favorite songs. And I'm feeling like it's more than just a feeling when you say I love you always. Один это такой настоящий мужчина с большой буквы, как он ухаживает, вообще может позавидовать любая девушка и женщина, потому что это что-то такое фееричное. Если это букет цветов, то это самый лучший букет цветов, который есть вообще на всей планете, наверное. Если это конфеты, то это самая большая коробка конфет, которую он может найти. И он такой нежный, заботливый, внимательный, предугадывает все желания. Only dreaming of ways and ways to say. And tell me once, tell me twice, tell me all the time. We're in love like the love that's in our favorite songs. And I'm feeling like it's more than just a feeling when you say I love you always. And tell me once, tell me twice, tell me all the time. We're in love like the love that's in our favorite songs. And I'm feeling like it's more than just a feeling when you say I love you always. Айдын в переводе светлый. И я тоже, Светлана, светлая. Мы такая парочка светлая. Что наконец-то свершилось то, к чему долго-долго шли, к чему мы стремились. Я очень рада этому событию. Я хочу, чтобы вы прожили долго вместе, счастливо. Когда мы были в отпуске на острове Сайпан, была красивая площадка отеля Хилтон, беседка посреди пруда большого. Такое освещение ночное классное было. Там колено, все как положено, кольцо, и она сказала «да». Я был очень рад. Что Айдын уже там ждет, нарядный. И это такое событие, которое только раз в жизни. Мы так долго готовились к нему, ждали целых 7 лет. Поэтому волнение нарастало. Bless my soul when you get home. The things I plan to do, I'm saving all my love for you. I'm saving all my love for you. I'm saving all my love for you. День свадьбы, настроение было шикарное, замечательное. Но чем ближе мы подъезжали к нашей вилле, тем больше поднималось волнение, сердце колотилось все сильнее.
Айдын, Светлана. Сегодня необыкновенный, волнующий день. Это день особенно не только для вас, создающих в это мгновение новую молодую семью, но и для всех ваших родных, близких, для тех, кому дороги вы, и для тех, кто дорог вам самим. Любовь для меня — это понимание двух сердец, уважение, чувство, которое невозможно описать какими-то определенными словами. На свете всегда есть люди, которых мы любим просто так, ни за что-то. И нам становится хорошо даже от одной мысли, что они существуют. Любовь приходит к нам вслед за счастьем для того, чтобы дать силы нашим мечтам, окрылить наши сердца и открыть наши глаза на все прекрасное. Однажды приходит миг, когда совершенно чужой человек вдруг становится самым родным и самым близким на целом свете. Порой ждать и искать его приходится очень долго, но близок не тот, до кого можно дотянуться рукой, а тот, к кому тянется ваша душа. Сегодня здесь, в одном из самых романтичных мест на Земле, где бескрайнее небо сливается с морем, мы собрались, чтобы отметить ваш брачный союз и открыть для вас магию совместной жизни. Я, Айдын, называю тебя, Светлана, своей женой. Я, Светлана, называю тебя, Айдын, своим мужем. Обещаю любить тебя верно и преданно. Обещаю делить с тобой все хорошее и оберегать тебя от невзгод. Обещаю уважать тебя, заботиться о тебе и наших будущих детях. И клянусь, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Клянусь, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. И помни, что нет на свете силы, способной разлучить нас. Я желаю, чтобы вся ваша семейная жизнь была такой же сказочной, как сегодня, этот день. В вашей семье всегда царила любовь, взаимопонимание, уважение. Точно так же, как эти пески не смогут никогда разъединиться и вернуться в свои сосуды, так и вы навсегда будете вместе, а песок, символизирующий вечность, будет охранять вашу любовь. Мы, как участники этой церемонии, подтверждаем, что вы являетесь мужем и женой.
группы. Это просто невероятно, что мы все собрались здесь на другом краю света, просто в тепле. И мы хотим, чтобы ваша жизнь вот с этого момента также волшебно и продолжалось, чтобы все моменты вашей жизни были настолько необычные, красивые, такие же, как вы. You were sitting at the coffee table where you're reading Kierkegaard. Minutes later you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, darling, I am tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes. Well, baby, I never did stop you from going out to explore. We can do it all together, from the colds of the poles to the tropics of Borneo. Ba-da-da-ba-da-ba. Ba-da-da-ba-da-ba-ba. Ba-da-da-ba-da-ba. Большое спасибо, что вы нас окунули в эту сказку. Вы сами лично для меня показатель вообще отношений, что может быть сказка. Поэтому спасибо. Чтобы ваша семья росла в большом, красивом доме. В мой дом входит дочь, которую я очень люблю. So, darling, what do you say? Does that sound like a plan to you? We can build our own little world when no one else can come through. We can live in huts made out of grass. We can greet. Чтобы в вашем доме всегда была радость. Будьте счастливы. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия во всем, во всем. Па-ра-ра-па-ра-па. Па-ра-ра-па-ра-па-па. Па-ра-ра-па-ра-па. Let's pack our bags and lie on the easy street. Сегодня вступили в сказку, которая называется «Сказочная страна». Сказочная страна! Околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Все, что мы планировали, у нас удалось. И филиппинские музыканты, и фаер-шоу, хорошее обслуживание. Все сделали так, как мы просили. Like the roots on the ground. The window's open, the wind is blowing, and we're both not making a sound. It's like I'm melting all into you. Give me a reason why we should ever move and tell. This is really happening.
итоги нашего вечера мы запустили небесные фонари всей компании. Это загадали было... желание. Очень. Да, символично очень было. Мы даже догадываемся, какие это были желания, поэтому я тебе сказала, что у нас будет 6 детей. Мы сейчас строим дом, предусмотрели очень много места для детей. Двойняшки как минимум, один раз, а потом еще. В наших планах обычное человеческое счастье.